Грипп прогрессирует, и каждый год у него появляются новые штаммы. Он опасен такими осложнениями, как синусит, бронхит, гайморит, внутренними кровотечениями и гриппозной пневмонией, которая имеет большое количество летальных исходов. Прививка от гриппа, конечно, не гарантирует стопроцентной защиты, но позволяет избежать осложнений. В университетскую клинику Казанского университета поступила вторая партия вакцины против гриппа – Савигрипп. Савигрипп – это вакцина, которую разрешено сделать с 18 лет без ограничения возраста. В Лиме было ограничение возраста до 60 лет. То есть Савигрипп мы можем всему взрослому населению прививать. Входят туда три штамма гриппа, который циркулирует сейчас у нас в Российской Федерации. Он с консервантом, то есть детям и беременным не нужно делать. Напомним, что привиться можно в поликлинике Казанского университета по адресу улица Вишневского, 2А, прививочный кабинет номер 116. Предварительно без очереди следует пройти обязательный медосмотр у врача, чтобы получить назначение на прививку. После прививки не рекомендуется принимать водные процедуры, нельзя тереть и чесать место прививки, требуется не переохлаждаться. Единственное ограничение для прививки в взрослом возрасте – это аллергия на куриный белок. Федосия Ершова, Универньюз.